Социологи назвали главные страхи россиян в 2021 году. Согласно исследованию, каждый девятый гражданин больше всего боится, что Новый год окажется хуже 2020-го. Исследование основано на данных опроса более 1500 представителей экономически активного населения старше 18 лет. При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее чаще. 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, и лишь 17% тревожатся о здоровье своем и своих близких. Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье. Мужчин же чаще страшат продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.